уважаеми зрители! Днес в студио Нитон мои гости ще бъдат доцент Светана Шакарбиева и доктор Петър Гранотиков. Повода по който съм ги поканил да проведем един приятелски разговор с книгите за деца, които последните няколко години ще покажем част от изданията на издателство Нитон. И специално ще ви запознаем с една книга на Светлана, нали може да казвате наречено Светлана. Светлана. Светлана, окей. Okay. благодаря ти. А, с нейната книга, която а, всъщност е последната книга на издателство Нитон, която издадахме. Ще започна с една 10-томна книжка. В която представяме цялата Библия за деца за отсетяване, която е засяга от началото от сътворението до края на новия Завет, до Апокалипсисът, приключват десетото томче. Вътре се засегнати почти всички интересни библейски истории. Ще прочета в началото обращението към родителите. Скъпи родители, тази книжка е една възможност да прекарате скъпоценно време заедно със своето дете. Да прочетете заедно библейските истории, да научите имената на героите от Библията и да разберете как Бог се изявява в човешката история. Отсветяването на картинки помага на децата да придобиват важни умения на координация между ръцете и очите, както и допренася за цялостното им развитие. Искаме да пожелаем приятно занимание на всички родители и деца, които решат да си купят а, тази 10-томна книжка за оцветяване на Библията. Доктор Петър Граматиков. А, бихте ли споделили за нашия съвместен проект, който направихме с вас, за детската книжка, която не знам дали има аналог, тази книга, друга такава подобна, която а, говори за толенатността между различните религии, различните вярвания, въобще за толенатността и взаиморазбирателството между хората? Да, през 2021 година се наложи да направим една допечатка, допълнителни бройки от тази наистина уникална книга за отсветяване, която се постарахме да е на няколко езика на български, английски, румънски и руски, за да бъде използвана и в други държави, и сред други общности. Тя представя световните религии. Тъй като започнахме с Библията в картинки, което издателство Нитон предлага последните години на книжния пазар, аз много държах да имаме бройки на хартиен носител, защото през 2021 година реализирахме в България един проект съвместно с. Института за изучаване на Холокоста Олга Ленгел от Съединените щати, който е създаден да обучава учители в Съединените щати, Европа и други части на света за правата на човека, за борбата срещу антисемитизма и да не се забравя историята. Каквото, за съжаление, в виждаме виждаме напоследък, се забравя тази история. Детската, юношеската възраст са най-удачното време, и това е нашето убеждение, че тогава се изграждат индивидуалните разбирания за, за света и мирогледа в, в младите хора. И тогава трябва да се посеят семената на тая толерантност, била тя междуетническа, в случая междурелигиозна. Тук сме представили основните монотеистични религии най-вече християнство, ислям, юдаизъм, както и източни. Защото проектът, който реализирахме с, като част от програма на следство, на официалната програма на Плоди в Европейска столица на културата, съфинансирана от Общинската фундация, беше в едната си част в Пловдив. И така, например, на, в Деня на приятелството, да е Международния ден на приятелството не, на ОНЕ, юдаизмът на 30 юли 2021 беше тема на деня. Тогава в Пловдивската синагога посетихме, дискутирахме и също така по-малките отсветяваха. Съответните, съответните, страници, свързани с вярата, с традициите, етнически, етнографски и така нататък. Къде, откъде от къде може да се набави тази книга? Ами, хартияните копия, те са, те, те са са приключили, приключили. Но така или иначе, като едно второ издание, направено от Нитон, единствено на сайта на издателство Нитон Та може, да се, може да се изтегли абсолютно безплатно. Да. Да. Защото тя не е, тя е черно бяла вътре съдържанието. Нали, принтира се определена страничка тематично или две или цялата книжка. Така че всички са добре дошли да се възползват, да я използват, защото в Пловдив сме известни като столица на религиозната толерантност на България. Но виждаме, че напоследъка почваме да губиме този статус-кво, а трябва да запазим а, тия хилядолетни традиции тук да. на мирно съвместно съществуване между етноси, религии а, и други. Благодаря ви, доктор Ганатико. Светлана, благодаря, че си съгласи да бъдеш наш, наш гост. А, наистина, така, много ми е приятно, че си тук. За име. Били се. Представила, Я Светлана Шакарбиева, кандидат философских наук, доцент и много-много лет пишу сказки в рамках сказкотерапии и моей профессиональной деятельности, связанной с философией прежде всего и с психологией. Психология, философия, да. а, а в то же время... Приказки заданули. Да, эти э, сказки они не для маленьких детей, Нет. сразу скажу: да, не для маленьких детей, это для детей с 12-летнего возраста, да. для студентов, для родителей и для вообще всех людей. Потому что эти сказки они про свободу, про любовь, про смелость, о том, что каждый из нас имеет свои страхи, о страхе, как с ними бороться с этими страхами. Да, да. А, и, конечно же, это о самоотверженности есть сказка одна. И я думаю, что там, наверное, три сказки есть, которые можно прочитать детям с шести лет, где-то, в 6 лет. да. да. А остальные с 12 лет точно можно читать все сказки. И, конечно же, студенты, взрослые, родители. Вот, собственно, на всех людей направлены эти сказки. Интересно. Сказки, приказки за малки и големи. С две думы. Mm -hmm. Да, не такая? А на кого? сет проекта этот после случай благодаря на когоа возможно та за книга ты издал, uh, uh, здесь всего 9 сказок uh, из множества у меня наверное их около 300 вот 9 сказок которые мы перевели давно на uh, болгарский язык и этот проект стал возможен, мы долго не могли его реализовать, но стал возможен прежде всего фондацией Домитиан Митрополит Видинский и конкретно ее руководителем епископу Поликарпу и госпоже Юлии Викторовне Таран. Также огромное Благодарение, спасибо, Николай, yeah, на, yeah, на yeah, вас yeah, и yeah. на издательство Нетон. Но такая красивая, yeah, такая yeah. красивая книга была издана на прекрасной бумаге, великолепный формат. Yeah. Uh, yeah. Да, yeah. Очень красиво, да, спасибо. Также я, конечно, благодарю своего мужа Германа Шакарбиева, потому что это он! стал инициатором этого проекта. Он его продвинул, и он смог все-таки реализовать вот этот проект на русском и болгарском языках. Это была его цель, больше его цель сделать проект на двух языках, потому что мы занимаемся еще одним проектом, я скажу про него чуть позже. Да. И огромная благодарность, конечно, художнице Христине Цанковой, которая... Вот если вы заметили, то каждой сказки э, 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 иллюстрации разные, да, в разном есть. стиле. То есть она не просто прочитала сказки, она вникла, да. да, и отразила то, что я хотела сказать. Мне очень понравились иллюстрации. Огромная благодарность всем вам, друзья, потому что без вас этот проект не состоялся бы. У нас я удовольствие, да, работаем и пак да позрым Юлие, которая э, да. направит качества на что-то да сослучие. Да, да, да. Да, да. белый свет. Mm -hmm. а, с каким занимаешься в плоды? Ты живешь в плоды, да? Не? Да. С ты занимаешься в плоде? В плодиве мы занимаемся последние пять лет одним проектом, историческим проектом, который называется Люди и памятники. И связан с русско-турецкой войной 1877-1878 годов. Да. Мы очень давно занимаемся вообще историей именно этого вопроса. И самое большое наше удивление, с которым мы здесь встретились в Болгарии, это отношение болгарских граждан к памятникам русско-турецкой войне и конкретно российским воинам которые здесь погибли. Это феномен, на самом деле, такого может, ну, может быть, есть еще где-то, может быть, но в Болгарии это уникальное явление. 145 лет, уже больше, чем 145 лет, памятники сохранены в идеальном состоянии, большинство памятников в идеальном состоянии. И мы создали даже сдружение «Память» 1877 78 и реализовали выставку, выставка, которая так и называется: люди и памятники, хоры и памятницы. Да, да. И вот в течение последних двух с половиной лет мы эту нашу выставку провезли по Софийской, Пловдивской, Старозагорской областям. Ее посмотрели в десятках населенных пунктах и десятки тысяч людей ее посмотрели, то есть огромное количество людей. У нас родилась идея, родилась идея, что так нельзя оставлять вот этот феномен болгарских граждан, отношения к памятникам и мы продвигаем сейчас идею но ну это герман этим в основном занимается э, идею э, создания памятника болгарским гражданам в благодарность э, от российских граждан за то что памятники находятся в таком прекрасном состоянии <памятники> э, около 450 памятников 450 где-то ну, и даже больше. Да. Мы мы сейчас пока у нас 10 было первое всего у нас 12 баннеров выставки было сначала 10, которые мы сделали исключительно на свои средства да. и обращались ко многим, честно скажу, был трудный период, мы обращались к большому количеству людей к богатым людям, к влиятельным людям, но нам никто не помогал. И все эти люди, извините, были мужчинами. Но вдруг появилась одна женщина, Юлия Таран, которая не просто оценила эту идею, но она сказала... Этим нужно заниматься. И у нас появилось еще два ролл баннера, она помогла нам. И мы осуществили две экспедиции: еще два ролл баннера и два э, документальных фильма. И сейчас выставка состоит из 12 ролл баннеров всего, и она продолжает свои, свое путешествие по Болгарии. Мы надеемся, что эта идея продолжится. И вот сейчас в проекте. Э, мы хотим издать книгу, именно посвященную этой выставке, Николай, и надеемся на сотрудничество. С удовольствием, как твоя история то на наша то держала. Да. Станов предков сто четыре сего годин. Угу. Только, да. А, да ты авардная книга, Угу. А <към> в предварительно разговоре раз говор се че... Тя е предназначена за деца с особени потребности. Не знам на руски как се казва. Да, я поняла. деца, които са. Имеят проблеми здрава с. Имат проблеми. Да, здравост. Деца, които са сляпи. Това е много така социален, много социален проект. Разкажи ни малко повече, как. По какъв начин uh -huh. ще има въздействие при каскотерапията, както uh -huh. ти го наричаш, към тези деца? Поняла. То, что касается детей с проблемами здоровья или психики, эти проблемы не, не для этой книжки, но с подобными сказками. Подобными сказками. Я занимаюсь... Это называется направление, в основном методика. Это сказкотерапия или прикоскотерапия. да. Приказкотерапия. Но я, в отличие от психотерапевтов, не занимаюсь собственно-терапией, а занимаюсь арт-выстраиванием э, целей в жизни, то есть именно философия жизни. Мы не, разбер... не изучаем проблему, мы изучаем то, как человек видит свое будущее, то есть как он ставит, может поставить цель. Например, если ребенок болен или человек, да, взрослый человек, например, как ты говоришь слепой, да, да. или допустим плохо двигается, да. он может не видеть перспективы в жизни, разберешь? Да, да, да. И мы помогаем ему при создании какой-то истории сказочной с помощью метафоры мы создаем будущее. Сначала виртуальная в голове у человека, конкретизируем цель в метафорической форме, сказочную, создаем историю сказочную, и жизнь у человека после этого в большинстве случаев меняется, потому что меняется представление о себе с помощью сказкотерапии, с помощью, например, других методов, таких как методы философии жизни, нейрографика, но это тема другого разговора, да, человек... Или ребенок может найти в себе новые ресурсы, те, которые в нем не были активированы. И вот с помощью созда развития фантазии мы создаем позитивное мышление у человека. И создаем возможность для него по-другому, другими глазами взглянуть на свое будущее. Если он понимает, что он может создать историю, нарисовать картину, э проявить себя в каких-то художественных, других направлениях творческих. Может быть, он очень хорошо лепит из пластилина, да? да, или он, может быть, очень хорошо может владеть рассказом, языком, то есть он может рассказать историю как следует, да, то есть это все может открыть в нем новые способности, то есть мы открываем в человеке способности, потому что каждый человек обладает талантом, просто этот талант не раскрыт у многих. Цель раскрыть в человеке способности быть интересным для самого себя. Сначала. Для самого а у многих хора талант стеса толку надо, бог учи. Знаешь, я много работала с молодежью, со студентами. Да, да. И хочу сказать, что мои личные наблюдения заключаются в том, что у людей сегодня одна страсть ⁇ это деньги. Да. Это да, день. Да, да, да. Люди забыли, что можно хотеть быть, например, водолазом или учителем или космонавтом или балериной. Меч... Люди разучились мечтать. Самое главное Правда. в человеке разбудить мечту. Затем, вот, собственно, это мы и делаем с помощью сказкотерапии. Мечту. Мечтай, говорим мы. Потом, как мечту превратить в цель. Цель, то есть мечта это одно, я могу лежать на диване и да. думать о, о чем-то, да, но мы ее должны превратить в активное состояние эту мечту, создать цель. После этого, когда есть цель, мы должны разработать план, по которому эту, этой цели можно достичь. Понимаешь? Понимаю. Да? Вот и соответственно у у любого человека в голове складывается новая картина мира. Причем это не сразу возникает. Сначала это возникает в подсознании. Да. А потом вдруг волшебным способом начинает меняться вся жизнь. Я сама это пережила. Это началось в 1998 году. И у меня произошли волшебные преобразования а, в жизни. Аж что а я тебя попитаю. Точно так Эти а, Твои заним, занимания с приказку терапии... Указано ли влияние в твой живот? Очень большое, очень большое. И это большая история, я не буду ее здесь рассказывать. Не, я скорее на кратко расскажу. <свят> <свят> кратко расскажу. Был 1998 год, и я написала черновик диссертации. А моя диссертация по философии связана с временем. Это время, время. И мне мой научный руководитель говорит: Светлана, у тебя диссертация по социальной философии, но нам надо ее написать по философии культуры. Время, но в культуре. Иди переписывай. Я Ой, пришла да. домой, да. бросила диссертацию и сказала, не буду больше заниматься, но села, лист бумаги и на нем я написала два слова. Это было стихийно, очень разбирайте стихийно. Да -да -да. Я написала "Мертвое время". И после этого я 4 месяца писала что-то, сказку. Я написала 112 страниц. 112, Серьезно? да. Я писала и исправляла. И в Хорошо. итоге у меня получилось, да, получилось огромное фэнтези называется «Лукерия. Мертвое время». Вот, очень интересная. И после этого вдруг у меня на, я в течение года и половины я защитила диссертацию. Переписала, защитилась. А потом, когда я вернулась, что же это было? Я поняла, что я переписала свой жизненный сценарий. Ой, я просто, когда я там прочитала, я думаю, это что? И после этого я закончила серьезную переподготовку по психологии, потому что я поняла, что это такое, что это очень большая методика, серьезная методика, с которой можно помогать людям. Реально. Реально, реально, реально это реально работа. Она она самоприказки? Да. Смысл говори на само. Реально помогает деца, на возрасте. Да. Да, помогает. У меня была одна знакомая, у которой сильно болел позвоночник. Она не спала, она занималась баскетболом, она не спала дол долго, года-два. Э -э она написала, она говорит, Света, что делать? Я говорю, я не врач, я тебе помочь не могу. Я говорю, ну напиши образ, придумай какой-то. Она напи написала маленькую сказку вот такую и назвала ее ⁇ точка опоры ⁇.⁇ Точка опоры на ⁇ на Да. 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 И у нее она потом мне звонит через две недели, мы с ней поговорили, обсудили все, как что она звонит и говорит Света, я сплю всю неделю. Понимаете, как это работает? Это она малка. Да, от да. одной все, все человек создает себе сценарий своей жизни в своей голове. Это не значит, что это волшебная палочка. Это не значит, что это поможет всем. Это мой опыт показывает, что вот в тренинге сидит 20 человек два человека из тренинга понимают потом, как с этим работать. Да. Потому что это работа над собой. Понимаете, любые изменения в жизни, это вот так не происходит. Так, Окса, 10%. Да, 10%. 10%. Вот, то есть только тот человек, который тебя слышит, понимает, который хочет реально изменить свою жизнь, он может сделать все, что угодно. Все, что угодно. Вау. А то может использовать за лошадь, что ли? можно ли использовать как плохое? А, за плохое, за. За да влияешь за, за нечто Лошу. Влияешь негативно да, может быть, не да? Нет. Дело в том, что это очень экологичная методика. А -а -а. Она... И, тем более я работаю очень аккуратно. То есть так как я не психотерапевт в полном смысле этого да. слова, да, я работаю в философии жизни. Это подобок? Да. Но, но это цели. <laughs> но мы работаем с будущим. Да. Я не, я не люблю работать с прошлым, с причиной. Почему? Потому что причина уводит, может увести в очень глубокие проблемы человека, еще более глубокие. Но эти же причины могут сами нивелироваться, могут понятно нивелироваться, да? -да, -да. да? Если человек создаст создать себе новую интересную цель в жизни, он просто поменяет свою жизнь. Вот говорят, перепиши сценарий, да? Вот просто пишешь сценарий, вот ну к передаче или к фильму да. тебе говорит там кто? Режиссер или кто-нибудь, да? Перепиши. Вот мне сказали, перепиши диссертацию, перепиши. И все, это не подходит. Я же переписала ее. И у меня изменилась жизнь. Я же не возвращаюсь к тому, что у меня было. Я к этому начинаю относиться как к интересному событию, не как к проблеме, которая у меня была тяжелая, которую я действительно решала тяжело. Но сейчас я на нее смотрю как на очень интересное событие в жизни, которое сработало как выключатель. Я раз и переключила свою жизнь на другую эм, позицию. Не у че разговоры, еще что этой в тазы писалка листили. Да, много, много глубокого Это много интересно, но и приказки вот, а, они, а, они меня ведут по каким-то интересным тропам в жизни, тропинкам, которые а, приводят вот сюда, например, или к каким-то людям, или к каким-то событиям, которые. На да. На ты диссертация. Mm -hmm. В интернет. 165 страни си мисля, че беше, нали? Да, около. Да, около. Угу. Много интересно. Благодаря. Много интересно. Не четах цялото, защото о, ми е малко трудно да разбирам. да. Но пишеш много, много интересно. Но это било давно-давно. Е сега ще е по-интересно, сигурно. Какво е това на ръката ти? А, ето... тоже результат сказка терапии. Серьезно? <laughs> ну да, то, что у меня, понимаете, оно открывает возможности. Вот, кстати, я начала заниматься украшениями, ну, наверное, пять лет назад. Пять лет так. Так, плотно. Плотно, да. да. сколько ты занимаешься? Да. И надо сказать, что это все возможности открытых каких-то каналов, которые вдруг дают тебе сказать, а попробуй, вот тебе нравится это, попробуй. 20 лет назад я бы сказала, нет, я это никогда не смогу сделать. Сейчас я говорю, я буду пробовать, и у меня получится. А. Понимаете? И когда мне говорят, Света, тебе столько лет, ты вот этому учишься. Как это так? Я говорю, знаете, когда чем больше я живу на свете, тем мне интереснее жить. Мне кажется, что я становлюсь все более ну, как бы открыто, что ли, миру, а мир открывается мне. Это все благодаря тому, что я позволяю себе фантазировать. Я думаю так. Я уверена в этом. И если каждый ребенок, каждый, до каждого ребенка, до каждого родителя, я работаю в основном с родителями, потому что проблемы ребенка, ФРДФ. это проблемы родителей, да. И если каждый родитель поймет Раньше, лучше раньше, что вот сейчас время, когда я хочу измениться, и я хочу сделать прекрасное будущее для своего ребенка, для себя, чем раньше это поймет родитель, тем это прекраснее. Нет, я... Не раньше, да. просто... я жалею, что, например, когда нам было по 25 лет, или по 30, хотя бы 5, не было тогда таких возможностей узнать. Не было интернета просто. И не было возможности узнать о таких прекрасных методиках. Но, честно говоря, эти методики, они новые. И сказкотерапия, и нейрографика, вот, которую сейчас я очень активно изучаю, это которая очень хорошо сочетается со сказкотерапией. Нейрографика. Это может быть направлено Специально за то, что это другая тема. А, да, это нет, я даже не буду, я даже не имею права говорить а. о ней, потому что это методика Пискарева, доктора, профессора Пискарева Павла Михайловича, и он только об этом говорит. Да. Добре. <laughs> Искам да ти благодаря за всичко това, което сподели с нас. Много интересен. Поне за мен това с приказко терапия. Аз не знам доктор Ганотикови Нямам никакъв опит. Аз съм удивен, защото нали, някои от детайлите не ги бях спанал, от четейки най-новото издание, нали, което ами, излезе. Да. Но аз убеден съм, че а, поне един тренинг трябва да организираме тук в Пловдив пилотно М -м -м. и да се възползваме от, от присъствието на, да. на Светлана. Айде. Да и особено за хора, които в социалната работа, в социалната сфера работят, може би ще бъде а, и полезен да. и дано поне 5% от крадната методика. 9, 10, 5, да не да, са 10-15%? Okay, да, да. 20, 21... но проекцията върху хората, пък, които имат нужда, деца, възрастни, да получат тази помощ, а, да им се отворят тези, този поглед вътрешен в тази посока ще бъде неоценима и дай Боже да, да успееме. Може би с, отново с подкрепата на фундация Донетиан да Митрополит. Може да. А, да. Една, още една крачка към доброто да направим по този начин. Помагайки на хора, които социално слаби. А, благодаря много на Светлана, доцент Светлана Шакарпиева. Благодаря и на доктор Генорантиков. За да мен беше удоволствие, че бяхме заедно.